А на павлодарских вандалов нет управы. Они бросили вызов местной полиции. Хулиганы окончательно расправились со статуей русалки. На этот раз сказочная дива вряд ли сможет вернуться на свое прежнее место. Родителей надо наказывать. Это молодые парни делают. Родителям на показ надо, по телевизору показывать. Что-то. Поймать бы его сначала, а потом показать по телевизору, узнать, где он проживает. Груды искореженного пластика – все, что осталось от прекрасной русалки, которая так недолго украшала побережье Иртыша. На этот раз вандалы постарались на славу. Если раньше ее просто сбрасывали с постамента в воду, то теперь ей разбили голову. Обезглавленный Ариэль сегодняшнего дня поселится на складе городского коммунального хозяйства. Если раньше коммунальщики могли восстановить скульптуру своими силами, то теперь ее нужно полностью переделывать. Информацию о возможных подозреваемых и планах по охране памятников ни в полиции, ни в Акимате нашим корреспондентам не дали. С одной стороны, обидно каждый раз выезжать, ну, постоянно вот это забирать и так далее, на реставрацию сдавать. Я бы, думаю, можно обратно поставить после реставрации, но надо туда видеонаблюдение, чтобы было везде.